Поздравляем соперников с победой, она заслуженная. Вот, играли хорошие команды, играли в футбол, никто в обороне не отсиживался. Вот, но чтобы претендовать на другой результат, нам нужно было забивать свои моменты, которые были при счете 1-2 и 1-1. Вот, но реализация она подвела, факел же наоборот в этом компоненте нас сегодня превзошел. Обычно ваша команда очень уверенно играет по счету, а сегодня, забив первое, она стала допускать моменты у своих ворот. Что произошло? Индивидуальные ошибки, которые допустили сегодня игроки обороны, они непозволительны на таком уровне. И эти эпизоды, они, в принципе, решили исход матча, потому что все те голы, которые «Факел» забил, в принципе, мы сами себе их привезли. Готовы ли сказать, в каких зонах «Факел» сегодня вашу команду переигрывал? Я бы не сказал, что они переигрывали нас. Был отрезок 15-20 минут в первом тайме, который хозяйский такой натиск, но мы его ждали, и, в принципе, мы забили первыми. Вот, поэтому игра достаточно равная, с обоюдными шансами на успех. Я говорю, мы свои мячи не забили, к сожалению.